Быть тише орловчан обяжет закон. Депутаты областного совета приняли поправки, согласно которым в выходные дни запрещается шуметь до 10 утра. Тем самым был ужесточен действующий закон об ответственности за административные правонарушения в части нарушения спокойствия граждан в ночное и утреннее время. Время тишины по рабочим дням останется прежним – с 11 вечера до 7 утра. А вот по субботам, воскресеньям и официальным праздникам нельзя будет шуметь с 11 вечера до 10 утра. Стоит отметить, что нововведение распространяется не только на жилые помещения, но и на дворы многоквартирных и жилых домов. Нарушителю общественного порядка грозит предупреждение или административный штраф. Для граждан это от 1000 до 3000 рублей. Для должностных лиц налагается наказание от 3000 до 5000 рублей. Для юридических от 5000 до 10000 рублей.